сегодня решила попозже на море выйти. Чтоб прям погодка разыгралась. Ну как попозже, сейчас уже где-то 11:30. Вот мы с вами сейчас, я предлагаю, знаете как, пройдемся от Минюнки и до Огонька. Огонек тоже посмотрим. Такую вот сделаешь нарезочку. Море сегодня прям волшебство. Я бы, наверное, тоже в таком искупалась. Чисто ради вот этой волны. Ай, сейчас, наверное, пойду искупаюсь. Не знаю. Померю температурку воды, потом решим. О, класс. Вообще класс какой. Зимта. Вау. Да? Мандарин. Все, ну все. Здесь показала. Идем туда. К Южному взморью. Дальше Огонек. Также немножко буду вам набережную показывать. Будем так. Набережное море. И так до самого Огонька Южного взморья. Я, честно сказать, не ожидала такой погоды здесь встретить. Вот честно скажу, когда ехала в Адлер в сентябре-октябре, смотрите, не знаю, видно сейчас с другой стороны. Вот не ожидала я здесь такой погоды встретить в это время. Я думала, здесь в разы холоднее будет. Просто неожиданно для меня лично. Кто-то в кофтах, кто-то раздетый. Я вот честно, ну вы ж не доверяете. Сколько градусов сейчас покажу? Мне вот так вот жарко. Так. 30-ник показывает. У меня в кармане вот так вот лежит, чтобы вот эта штучка висела всегда. 30-ник на солнце припекает, прикинь. Это вот буревестник столовый. Кто-то мне написал, что... Ну, мне она. Вот я 2 раза кушала. Не понравилось по ряду причин. Второй раз попросила не остро, купила острющее, опять половина выкинула. А нет, наврала. То, что она острая была, ладно, бог с ним, это я не спрашивала, сама виновата. А вот то, что я говорю, там мяса много, что-то какое-то блюдо, я купила. Она говорит, да. Казалось, 2 кусочка, 2. Вот я лучше зайду вот в это. Хотя я думаю, это один хозяин, почему-то мне... А, нет. Ну, что-то мне так кажется, что один хозяин. Может, я заблуждаюсь. Скорее всего. Фрегат. Съем там. На двоих, кстати, за 400 этот раз было блюдо. На двоих делишь, на 200 рублей получается. Ну, прям объесться можно с рубленой баранины. Ну, не знаю, это мое мнение. Всех свое, так что вы на меня слушайте, но не ориентируйтесь. Так, как видите, количество людей, оно просто вот не уменьшается. Сколько мы уже прошли, все много и много и много людей. Количество их не сокращается. Я сейчас вам пляж показала вот напротив этой пальмы. Она какая-то здесь выемка, как ориентиром для меня чуть-чуть служит. Дальше у нас детский пляж, по-моему.
он уже виднеется. Да? Точно детский. Это вот это получается. Он какой-то закрытый. Ну ладно, туда не пойдем. Слушай, первый раз вижу, что здесь продают. Все лето ходила, как-то не замечала. Нет, тоже продают. На каких-то видео видела даже, что в Турции также ходят, продают. Обалдеть. Кажется, это уже прошлый век. А нет, еще работает до сих пор, видимо, коль ходят. Значит, люди покупают. Вот здесь водичка, кстати, почище. Там вот в одном месте прямо аж серого цвета была, а здесь голубая. Но все равно, наверное, на огоньке будет круче еще. Хотя нет, здесь тоже нормально покупаться. Ай, ну давайте с другой стороны. Все говорили, животные запрещены. Не-а. Их очень много появилось вот именно вот сейчас. Меньше, чем, больше, чем летом. Летом было их в разы, мне кажется, меньше. Или в толпе просто не видно было. Не-не, я знаю, за полта. Кто еще? Хотя бы один. Ну что, уже было? Угу. Здесь можно подняться. У-у-у. Классно как. Детки кричат. Ну так, мы с вами дошли до Южного Зморья. Чуть-чуть совсем еще и огонек. Южное Зморье тоже покажу. Пляжики по чуть-чуть вам, чтобы вы имели представление. Мне самой очень интересно, вот какой здесь сезон, насколько он длинный, насколько он теплый, когда он заканчивается. Этот пляж не нравится, но мне не нравится, что здесь какая-то речушка. И вот здесь прямо сейчас я иду через Южное Зморье, это какой-то запах странный. В общем, территория вот такая приличная. Минут 7, наверное, надо. Ну или 5 проходить. Транзитом, как там написано, останавливаться нельзя. Вход платный на пляже. Хотя знаю, что здесь есть входы, если знаешь, как делать на пляже, то можно сделать себе пропуск. Там что-то либо бесплатно, либо 100 рублей за сезон. И посещать пляжи пансионатов, санаториев. Такую информацию узнала. Но это для тех, кто здесь живет, им выгодно. А для тех, кто приезжает, я не знаю. Наверное, вряд ли это выгодно делать. Ну что, здесь тоже не меньше людей. При условии, что здесь всего только Южное Зморье. Это нормально так. Оформление территории красиво. Есть где вечером прогуляться, да, можно и в город не выходить. Смотрю, там, кстати, даже сцена вон. Вдалеке. Ладно, нормальненько так. Ну, слушай, вот все, мы вышли, сейчас уже будет выход. Вот это серое здание впереди, там выход, и пляж, огонек. Огонек. А там проход же есть, да? Да, через Южное Зморье.
Так, давайте чуть-чуть, наверное, так пройдем. Я вам панорамку еще дам, чтобы вас не задерживать, себя не мучить много ходить. Так, быстрее панорамку чик-чик. Даже если качество чуть-чуть видео не очень, но рассмотреть можно, да? Пусть не в детали, но можно. Ну вау, просто вау. Смотри, сколько народищу, кто в воде, что на берегу. И здесь все равно, блин, самый любимый мой пляж, это, наверное, после Олимпийского. Вот для купания здесь и для любования в Олимпийском все-таки. Здесь потому что еще волнорезов нет. Поэтому смотрится по-другому. И волна разливается по-другому. Песочек мелкий. В общем, я думаю, сегодня, конечно, на всем побережье Сочи. Ай, ядрёно! Все, вся моя обувь мокрая. Все. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно. Просто класс. Мега-супер класс. Я хочу туда и вода. Ой, про воду. Сейчас померяем температуру. Ну, хочу. Если эти тапочки не нужны будут. Ну, сейчас меня вот водичка олила. Омыла ножки. Теплая, теплая вода. Давай, 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 давай. Боюсь близко к тебе подходить-то. Вот что. Все платье будет мокрое. Давай. Ну да, видно, что такая же, в принципе. Градусник он быстро показывает. То есть пару секунд ему за глаза. Получается, что... Нет, ну все, вот я и мокрая. Платье полностью. И еще больше давай мокрое меня сделай. Может и прикольно. Не, наверное, не знаю. Не рискну я в такой воде купаться. Хотя на волнах очень хочется. Все, платье мокрое, смотри, что не сделаешь ради вас. Ну, интересно. Мне вот очень интересно. Все, пошел. Вот теперь еще я и по колено мокрая. Как я сейчас пойду? Обратно. Нереально. По колено мокрая. Но надо было зайти тогда. Все, друзья. Всем хорошего дня. Хорошей погоды.